Можно ли есть жареную картошку и не набирать вес? Оказывается, можно, если это сладкий картофель или батат. Житель Терновки этой весной посадил новую для нас культуру у себя на участке. Насколько удачным оказался эксперимент, узнали ведущие программы «6 соток». О, пошел, отлично. Вот. На вид обычная свекла, даже рисунок на срезе похожий. Вот только сам корнеплод слишком длинный. Свекла такой не бывает. Но красивые, смотрите, какие получились плоды. А это уже какая-то морковная или тыквенная серия пошла. Все корешки оранжевого цвета. Есть и розовые, и почти белые, как картошка. Сергей Иванович аккуратно подкапывает вилами почву. Корнеплод батата очень ранимый. Одно неосторожное движение сразу ломается. Надо, видите, очень осторожно, очень хрупкий. Ломается. Это в пищу пойдет, конечно, а вот для хранения надо уже выбирать. Но он должен быть без повреждений. И вот, иначе до весны не доживет. Батат – выходец из американских тропиков. Для наших краев растение новое и непонятное. У нас его часто путают с топинамбуром. Прошлой осенью Сергей Иванович несколько клубней привез из Украины и сразу же загорелся идеей попробовать вырастить эту экзотику у себя на участке. Перерыл весь интернет, нашел несколько способов посадки. Даже для самых ленивых огородников. Теперь выясняет, какой лучше. Итак, с одного куста посадки батата на пленку у нас получилось 1,55 кг. Я просто понимаю, что мы просто не долили. Ладно, будем считать, чуть-чуть что это эксперимент. Чуть-чуть не хватило влаги. Но если учесть, что мы садили одну маленькую стебелечек и выросла... Вот таких четыре красивых бататины. Ну, вот. Это круто. Хотя батат и называют сладким картофелем, организму он приносит больше пользы, чем его популярный собрат. Помогает сбросить лишние килограммы, улучшает память, защищает мозг от старения. И при всем этом имеет нежнейший вкус. На столе у супругов Вдовиченко пирог по рецепту тетушки Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром» и жаркое из разных сортов батата. Супруги результатом эксперимента остались довольны. Подробности в программе «6 соток» в понедельник утром 1 ноября. Из Терновки Алла Горбатенко, Дмитрий Погоня, Игорь Мацота и Александр Зелинский. ТСВ.